После карантина у вас будет очень много разводов. Все там с ума посходят. Да, это точно. Танюшенька, привет. Тетя Марина, привет. Я не знаю, кто успел подключиться к Ксюхе, кто успел ко мне подключиться. Но у меня 94 пока человека. У тебя прям быстро 136. Они все ждут. Да, мы сейчас находимся в ЗАГСе уже. Зашли в ЗАГС, запустили только нас двоих. Больше никого. Конечно, я запомню этот день, как никогда, потому что он не так, как я мечтала, не как представляла. Но детям мы с вами расскажем. Расскажем, что произошло. Что вообще весь мир сидел по домам, это она история. Приспичила жениться, понимаете? Димасик, привет! Здравствуйте, Оксана, привет! Маски где? Маски на месте. Маски тоже с собой взяли, на всякий случай скажут одеть, придется одеть. Операторов наших не пускают, они стоят за дверью, машут нам ручкой. Но мы тут договорились, чтобы хотя бы технику можно было поставить. Сегодня мы с 7 утра на ногах, с 7 утра мы... собираемся. Привет, привет, всем привет, спасибо за поздравления. Мы сейчас сидим, то есть стоим здесь, ждем в ожидании, когда нас запустят в зал торжеств. Вот, ну что. О, привет, привет, всем привет. Денчик, привет. Димасик, тоже здравствуй. Серега, привет. Да, мы такое ощущение, что мы этот... Мы как в тюрьме, да. Наши друзья все вон идут. Наши друзья идут, пытаются, ну, видите, нельзя большой толпой собираться. Блин, так приятно на самом деле, что, ну, вот, понимаете, вот как это объяснить? У нас в стране какой-то творится ужас. О, привет, всем привет, друзья мои. Наська, привет. Ай. Петя, привет. Спасибо. Да, сегодня у меня лук такой. Вот такой у меня лук сегодня. Ксюха тоже в прямом эфире. Ну а как иначе? Здесь обычно... А мы даже шампусик не взяли. Мы шампусик возьмем? Шампусик? Выпустите нас отсюда. Скажите, пожалуйста, можно про шампанское сходить? Возможно будет? Все поняла. А, нигде ничего не разрешается. Ну ладно, у нас в машине. Да, мы этот... В машине потом, наверное, сядем. Что еще хочется, да? Спасибо, друзья. О, Стасян, привет, Тюмень. Блин, друзья, сегодня... сейчас мы разберемся технически. Подключим Zoom, сделаем конференцию. И надеюсь, что наши друзья тоже... Кстати, наши друзья сейчас в эфире, которые, пожалуйста, подключите себе Zoom, скачайте, зарегистрируйтесь. Я вам скину ссылку, и мы по видеотрансляции с вами сегодня посидим за одним столом. Спасибо, Настя, спасибо. Такая свадьба, конечно, у нас необычная. Ну, как и мы, наверное, с ней вдвоем. Мы оба тоже необычные люди. Мы встретились необычно, познакомились необычно. Вообще, на самом деле, мы очень даже с ней похожи по темпераменту. Спасибо вам всем, кто поздравляет нас. Да. Ксюха так мечтала одеть красивое платье. Вот она одела для вас. Я не знаю, для вас или для тебя я одела. Для меня, Аза, конечно, для меня. Ты что? Мы сидим в таком тандемчике. Да. Красный элемент у меня в цветах. И в машине. Да, и хотела красные губы сделать, но потом посмотрела, я как тетя Мотя с красными губами на свадьбе. Тетя Мотя. Да, поэтому... Все. Друзья, нас просят отключить соцсети, да. Пошли в кабинет. Да, мы сказали. Надо, чтобы...